Всем-всем добрый вечер. Сегодня решила спечь блинчики. Такие вот ажурные получаются. Сразу пеку на двух сковородах. И решила сделать в этот раз на сыворотке. Осталась сыворотка, я делала сыр. И вот решила спечь блинчиков. Такие необычные. Первый раз вообще пеку на сыворотке. И мне очень-очень понравилось. Такие красавчики получаются. И тут уже вот такая вот гора. Такие тоненькие-тоненькие получаются. Вообще понравилось. Теперь буду на сыворотке печь всегда. И на вкус такие необычные. Намного вкуснее, чем на молоке. Или на молоке нам уже приелось, бывает. Вот. Такие вот красавцы. Быстро жарятся. Только успеваю быстренько накладывать и заливать свеженькое. Хочу показать, как мой мелочек просушился, но не весь. Еще половина на батарее сушится. В общем, еще будет 3 ведерка. Вот это вот у меня будет ассорти. То, что не лезло в ведра, я все сюда переложила. В общем, будет ассорти разное из 6 сортов. А здесь вот я подписала каждую. Вот такие вот. Он уже просох. Теперь я его сложила и не знаю, что делать дальше. Куда теперь его класть? Это вот каждая ведерко весит где-то по 10 килограмм примерно. Мелочка. В общем, не знаю. В пакеты его заверну и, наверное, куда-нибудь на шкаф, на высокий. Наверное, вот сюда вот. Не знаю, куда его девать. Вот так вот у меня красавчик мой сушится. Вот здесь сушится. Это очень огромная глыба. Весит примерно 1,5 килограмма, наверное. Не знаю. Здесь вот тоже большие все глыбки. Внизу. Тоже здесь прям огромные глыбки. И еще у сына в комнате тоже. Остатки. Ну вот, долгожданный вечер наступил. Пора время и себе уделить. В общем, здесь у меня ассорти. Это вот у меня с каждого пакетика оставались вот такие мелкие. Ну вот из у меня было 6 пакетов, каждый по 10 килограмм. И я вот не стала выбрасывать. Там у меня еще пакетики есть. Вот такие красотки мелкие. И решила их оставить вот такими вот кусочками мелкими, с чем покушать. В общем, как обещала, такой йогурт и сгущеночка. Сейчас попробуем с тем и с тем мои зефирушки. Так, сгущенку сейчас прям на тарелочку. Такая в холодильнике постояла, стала густенькая такая. Это вот вкусная сгущенка белорусская. Вообще очень вкусненькая. И откроем йогурт. И будем пробовать, с чем вкуснее. Прям вкусный такой йогурт. Мне нравится. Он такой низкокалорийный и такой не приторный. Сейчас будем пробовать, чем вкуснее. Сначала так. Мне кажется, мелкие зефирушки, они такие хрустящие. Попался новый оскол. Этот быстро растаял. Скорее всего, карачан. Такой пыльный вкус. Невероятно пыльный. Прям пыль после дождя. Вот какие-то кусочки попадаются, похожи на каолин. Прям тают сразу же, только прикасаются к языку. Прям тают, как шоколадка. Старый оскол песочный. Песочные такие насыщенные сорта.
Ну, давайте. Со сгущёночкой. По мне, так сразу же вкус смеси вот детского питания. Прям вот один в один. Сладковатое, такое сухое, как смесь для детей. Вкусно. Угу. Кусочек прям рассыпается во рту. Совсем не хрустящий. Вкусно. Я в детстве очень любила. У нас назывался «Малыш». Может, кто помнит. Вот один в один вкус. Новый оскол. Песочный. Пыльно-песочный вкус. По мне, так слишком приторно получилось. Как бы со сгущенкой. Ну, вкусно. Иногда так можно поэкспериментировать. Раньше мама так готовила с малыша трюфеля шоколадные. В детстве я помню этот вкус. Очень было вкусно. Так. Давайте. Сейчас перебью этот вкус. Заем просто мелочком. Со сгущенкой очень приторно. Я вообще больше люблю либо с йогуртом, либо с чем-то солененьким. Там, например, с чипсами я пробовала, очень вкусно. Ну, лучше, конечно, вкуснее. Самое это просто мелочек. Ну, ради экспериментов можно и попробовать. Как сразу видно, это путь песочный. Так. С такой кислинкой. Он не очень сливочный, потому что у него всего 1%, по-моему, жирности. 1-2. Поэтому не такой жирный. Прям насыщенный вкус пыли чувствую.
Пыль со вкусом персика. Давайте побольше кусочек такой возьмем. В следующий раз вообще хочу есть просто сухой, либо большой кусок какой-нибудь, либо пластиночки такие какие-нибудь сделать. В общем, поэкспериментировать. Этот кусочек плохо хрустит, потому что плохо просок. Не до конца. Если мелкие кусочки хрустящие, ну, не маленькие, быстрее сохнуть. Так, и под конец просто покушаем зефирушки такие. Пыльные. Так все прилипло к небе. Пришлось прям отковыривать. Прям сухо-сухо. Продолжим. Ну, давайте заключительный. И до завтра. Такой хрустященький.
Ну все, нахрустилась доволь. Так, подписывайтесь на мой новый канал Дзен. Всех вас там жду. Описание, ссылка под описанием. В общем, пишите в комментах, что бы хотели увидеть завтра. Либо большой кусок, либо тоненькие пластиночки такие. Чтобы вы хотели посмотреть, пишите, ставьте плюсик или пишите комментарии. Чем будет больше, то мы и будем завтра с вами грызть.